Спасибо тебе, Твайлайт, что обучила техникой Хайскайтерс. Ловкий трюк. С твоей помощью я смогу найти способ сделать его надёжным. Твайлайт! А? Снова? Ответь мне! Прошу, не надо! Это тот доктор, не так ли? Тот, который вывел меня из себя в прошлый раз! Скажи, Аврора, а эта маленькая ведьма тоже от меня? Старлайт, милая, возвращайся в... Я задал тебе вопрос! Что? Мама! Ты! Остановись! Что я тебе сказал про магию? Прошу, ты сделаешь ей больно! Только потому ты плохой! Мне не нужны эти трюки, когда у меня есть моя сила! Старлайт! Я не позволю тебе бить маму! И что ты можешь сделать, Старлайт? Ты не получила метку. Ты слаба, как и твоя мать! Я рада тому, что отец не возвращался с тех пор. Мама! Но мама была постоянно грустной. Ладно. Это был всего лишь сон. Просто сон. И она больше не поет мне. Вы можете украсить вашу рамку так, как вам нравится. Сухими цветами, любыми наклейками, цветной бумагой. Дайте мне знать, если вы захотите нанести рисунок спреем. Я помогу вам. Мам, посмотри. Мы сегодня в классе украшали рамку. Посмотри. Это мы, мамочка. Почему ты грустишь? Он ушел! Разве не хорошо? Он не сделает тебе больно больше! Почему ты не скажешь мне? Это его Кьюти Марка. Он был таким нежным и добрым, когда мы были юными. Он всегда был хулиганом. Его магия была слабой. Однако, он был физически сильным. И в один день он дал отпор. Он получил Кьюти Марку. И он... изменился. Старлайт... ты должна извиниться перед своим отцом за свою грубость в тот вечер. Возможно, он простит и вернется назад. И извиниться? Он был прав! Ты слаба! Разве этого мало? Он изменился. Ты должна извиниться. Ты слаба! Эй, все в порядке? О, нет, ты ранена. Я в порядке. Вот так. А почему ты сидишь здесь одна? Где твои друзья? Я не... они все глупые. Я вижу. Скажи, ты пыталась колдовать? Тебе интересна магия? Да. Я хочу изучать магию. Я хочу стать лучше, но... в библиотеке очень мало книг по изучению магии. И они очень сложные. Я помогу тебе. Я знаю все о магии. И у моих знакомых есть много книг про магию. Правда? Конечно! Я Санбёрст. Давай дружить. Давай. Нам не нравится твоя Кьюти Марка. Так что мы больше не будем играть с тобой. А? Точно. Нужен еще кто-нибудь. Можно с вами? Только не ты, Старлайт. Почему? Ты правда не знаешь? Ты что, глупая? Ты не можешь играть с нами, потому что ты хулиганка, Старлайт Глиммер. Как-то раз ты меня толкнула. Ты забрала мою игрушку. Ты ударила меня, когда мы играли. И у тебя странная семья. Именно твой папа накричал на моего отца на прошлой неделе. И твоя мама изменяет твоему отцу. Мама рассказала мне про это. Кроме того, у нас у всех есть Кьюти Марки, а ты просто пустобокая. Точно. И недостаточно хороша для игр. Замолчи! Я не хочу слышать о каких-то дурацких Кьюти Марках! Хочешь увидеть хулиганку? Ты не лучше!
лучше меня! Я сильней, и ты будешь делать, что я скажу! Позволь мне играть, или я найду заклинание, чтобы оторвать кьюти-марки от ваших задов! Пожалуйста, не делай нам больно, Старлайт! Старлайт? Санбёрст! Санбёрст! Санбёрст, постой! Позволь объяснить! Ты не можешь использовать свою магию, чтобы вредить другим! Это неправильно! Заклинания, которые мы изучаем, не для этого! Я знаю! Прости меня! Прошу, не злись! Ты очень сильная! Ты одаренная, Старлайт! Я буду удивлен, если ты не получишь кьюти-марку по магии, но магия — это большая сила. Я думаю, тебе нужен реальный учитель, и это не для меня. Мне не нужна кьюти-марка! Даже если мой основной талант в магии, это не важно. Они никогда не отправят меня в Контерлот. У меня никогда не будет учителя по магии. Мне правда нравится магия, но больше всего я люблю учиться и играть вместе с тобой. И это очень много для меня значит. Я обещаю, что пока мы остаемся друзьями, я не буду использовать свою магию против других. Клянусь сердцем. Ладно. Ты слышал? Этот маленький кольт получил свою кьюти-марку и был отправлен в Кентерлот. Его родители, наверное, рады, что он наконец-то найдет настоящих друзей. Я был удивлен, что родители терпели ее так долго. Даже после того инцидента. Она плохой ребенок. Чего вы ожидали? Дочь вся в отца. Старлайт, я хочу поговорить с тобой. Старлайт, прошло несколько месяцев с тех пор, как твой друг уехал. Ты до сих пор ни разу не играла с другими же ребятами. Я знаю, в чем дело, но ты должна хотя бы попробовать поиграть с другими детьми. Какой смысл? Пока есть кьюти-марки, пони не могут быть друзьями. Прости? Из-за кьюти-марок некоторые пони сходят с ума. Или думают, что они лучше других. Или перестают любить друг друга. Или они оставляют тебя в прошлом. Старлайт. Ты опоздала. Я была в парке. Можно мне немного... Бицеф на марку и конверт, пожалуйста. Что, захотела написать этому маленькому сопляку? Нет! Дорогой, может, мы все-таки должны позволить ей сохранить привязанность с ним? Ей учительница сказала... Аврора! Ты возражаешь мне перед моим ребенком? Ты забыла, что этот наглый сопляк учил ее заклинанием? И чем все это кончилось? Из-за него мы теперь ужасные родители! Разве ты не видишь? Он использовал ее, чтобы самому попасть в ту школу! Пожалуйста, просто... Что просто? Стоп! После всего, что я сделал для тебя, ты продолжаешь мне врать! Ты разрешила им встречаться! Даже после того, как я сказал нет! Прошу! Его отец имел наглость сказать мне... Что мы недостаточно ее воспитываем! Просто... Что она нарушает комендантский час, что я установил ей! А теперь ты говоришь, что мы должны просто позволить ей! Просто закрой! Ты не уважаешь меня, Аврора! И эта маленькая ведьма не уважает меня! Но сейчас все изменится! Заткнись! Поэтому я снова напомню вам обеим, в чем заключается мой талант! Заткнись! Дорогой, твоя кьюти-марка. Ты маленькая ведьма. Что ты сделала со мной? Старлайт, что ты наделала? Старлайт! Ты не споешь мне колыбельную, принцесса. Старлайт, что тебя обеспокоило? Я могу помочь. А как насчет объятий?
Спасибо тебе, Твайлайт, что дала мне второй шанс. Старлайт? Я в порядке. Как Спайк? Снова плохой сон? Скорее, плохое воспоминание. Однажды мы попали в ловушку с иллюзиями наших главных страхов. Быть оставлены теми, кого ты любишь. Наверное, это жестко. Вам повезло, что вы есть друг у друга. Все равно это моя вина, что с ним это происходит. Главным для меня оставалось быть хорошим протеже. И я совсем забыла о нем. Забыла? Твайлайт, может быть, ты наделала ошибок в прошлом. Но сейчас у вас хорошая семья. Спасибо, Старлайт. Спокойной ночи. Второй шанс. Не спала всю ночь, Твай? Не совсем. Тебе не стоит засиживаться допоздна. Я так рада, что мы снова увидим Флёри Харт, то есть Самбёрста. Больше слов, меньше дела, Спайк. Милая Старлайт, слова не могу описать, как мы были горды за тебя, когда узнали о твоих исследованиях. Фотография сделана несколько дней назад местным репортером перед нашим цветочным магазином. Пони со всего города собирались к нам, чтобы поговорить о тебе. Мы искренне надеемся, что однажды ты навестишь нас, и мы сможем лично сказать тебе, насколько мы горды, насколько мы любим тебя. Пусть для тебя всегда сияет солнце Селестии. Мы скучаем по тебе, мама и папа.